Два человека погибли в Нижегородской области от отравления напитком под названием «Мистер Сидр». Дома были. Он начал блевать. Пошел в туалет и упал, и все. И все, и мертвый. А она вечером захотела сразу спать. Я ж не знала, когда они вот это мохито выпили. Сидр какой-то, что ли. А она через 10 часов после его тоже умерла. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».